Привет! Сегодня, как я и обещала, рисуем пеликанов. Сначала отмечаю общую форму. Пеликан у меня в полете. Потом делаю общий фон и начинаю размираться в перьях. Рисую большие маховые перья, мелкие, затемняю детали графика темным цветом. Поставь мне лайк, мне будет приятно. И не забудь подписаться на канал. Ну вот, уже почти готово. Будем приступать к следующему. Этот у нас плывет в воде. Мне очень понравилась его форма. Мне очень понравился его цвет. Яркий клюв. Мне нравится работать цветом и потом добавлять графику. Смотри, какой просто разноцветный клюв. Я стараюсь смешать цвета. В глазе обязательно оставляем блик. Так глаза становятся живее. Белая такая точечка. И добавляем графику. Ой, этот момент я обожаю. Перья. Все становится таким четким. Приступаем к следующему. Этот, разинув пасть, стоит на пеньке. Мне очень понравилась его поза. И он такой с характером своим. Закончим с формой и позой. Теперь заливаем цвет. Рисую по форме пера. Затемняю в местах, где тени. Увидела неточность в форме, я поправляю, где нужно. Мне очень понравился этот пеликан. И приступаем к графике. Надеюсь, вы не доскучали. Я так давно не выпускала видео, но с этими новостями из Украины. Хоть я не живу сейчас на территории Украины, но я там родилась, и мне больно все это слышать. Ну что, следующий почти готов. Приступаем к последнему розовому пеликану, который явно хотел быть розовым фламинго. Но, да, он розовый, но маленький и полненький. Я цветом набираю форму. Я сильно убыстрила рисование, так как я сама очень не люблю смотреть, как люди рисуют с той быстротой, которую они рисуют, и наблюдать за этим просто у меня нет сил, поэтому сама я так не делаю. И делаем графику, и тогда мы видим все детали, и вот так вот получилось. Я жду вас на своем канале. Следующее — это сфинксы, котики. Ну все, пока-пока!